不行，说下去的。Пробовала втянуть чуть-чуть. Так, и гнев небес проводили по очереди. Ты Джерин Зорубу заебись, пряжь. Ну как сказать. Только 1860 брал. Зороб максимум. Ну, а с кем? Еще во времена это. Я? В Фарел Роб. Мы по-моему играли. В Роге, мне кажется, вообще классная тема. Ты фигня. Если для мурики это мур, там или том, сапер. А ты же говорят, нагрелся, нет? Что с диминишн делать, нет. На стан, онлайн и все прочее. Нихера. Две цели же. Там контроля уроки самого класса контроля. Считай, сап паралич. Гауш паралич. Станы и онлайн. Три контроля. Пол баф дайте. Бафы ты там умирал, рыбу поставь, если есть у кого-то каску пороги обновить. ДК тоже баф, пожалуйста. Идеально баф, а то она сейчас закипишует ли мне от срайда. Эй, я не ливаем. По пристам каску тоже. Оп-оп-оп, кто срайда не ливает? Ты я кикнул. Взял и ливнул, это пиано, блин. Вообще. Каску. Я тебе каску, а ты мне фласку. Ты мне фласку тоже, пожалуйста. И войду фласку. Давайте чекну. Блин, это не я вообще-то сабрила. Палов, кусайте палы, бурим и хилят. Хорошо так. Все, давайте танки, погнали. Танки, 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 только танки. Не ищите. Все, бегу, бегу, бегу. Стреляться, беги. Или с пакту.
То есть после пакта нам будет залетать, нам нужно будет дать им теперь пацан. Сюда идем теперь фокус хера. Ты прям разлил, не знаю, для меня в страхе туда закинуло. Что это за лужа в центре? Потом скажешь хилам, чтобы они место оставляли в центре, когда этой лужи не будет. В смысле, включать хилы? Потому что в центре не было места. Я пошел ближе, на меня кинулось две подряд метки. Две подряд. Вот видишь, где я хилил? Я отсюда бежал два раза. Гейская пучина для фламба. Роль тебе, защитник. Пучина же лучше будет, чем твой боссом. Этот топор. 258. Обнажите клинки с пучин. Акулы насмерть будут стоять за королеву льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. Но она лучше будет, чем твоя. С помощью мы пробьемся через зал. У него только РП нет. Можно на одну минуточку отойти? Иди. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Отойду на трэш после Вальки. Во. Чекбейт. Тебя тут? Хочу все равно бить. Звезду бейте, звезду бейте, звезду. А, кружочку отойдите. Какую печать холипалы кидают? Маман. Мудрость.
Окей. А этот символ у нас на печать света, он, по-моему, в нашем гире не актуален. Не, потому что у Коли Пала и так куча оверхила, или еще 5%, ну. Ну, наверное, где-то типа вот на послании. Но у меня символ на печать света стоит, по идее, оказывается. Только на вулетре актуален, ну и все. Ну, я ничего не менял уже давно. Полководцы. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте. Кто круче, Мак или Рога? Серебряного авангарда. Мак. Для чего? Без разницы, Мак. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Я отойду таблетку выпить, ладно? Хила только спекнес? Ты запусти. Нет, Регини. Я в хила? Наверное, на Вальку все в хила. Кто там может? И Фламба может. Чем он спекнет? Чем она таблетку будет закусывать? Все, иди клятву нажми и отойди быстро. Типа водяра запивает, хлебушком закусывает, да? Каску порой, да? Вот он. Звездочка, летайте, портали за звезды, за звездочкой, все, погнали. У меня маны нет. Ну чё, покинь. Понятно, включите. Нормально, 14 команд. Включите коня. Иди, скажешь, нет. Включил я, ролик, я с ним летать буду. Бейте в первую очередь. Летайте за звездочкой. На рейде, ДЦ, полено. Все остальные на это. Они добрые. Летайте все. Апис. А вы на ком? Апис что, летает или нет?
Да, на рейде. Что тут все за хили ты дни? Все летайте, кроме ДЦ, вот и все. Это что, вторые порталы? А вот сейчас после этих порталов дадите розы уже хилить. После портала. Вот сейчас. Кого-то выбирай цель, вальку, давай гейм на портал. Давление убей. С рули гейм на хп также. Ну я теперь гейм на хп, он там по 10 тысяч хилит. Гильдальгим, да там проценты этот вешается. Гильдальгим на хп. Уже. Все там 1% еще на хиле. Смотрите, прогулки. Я вообще нет. Спасибо, Хелан. Я помню, как мы специально делали эту ачиву. Вроде на второе когда сделали, на первом не смогли. Кто-то спекнется в танк, ладно. Мне надо будет идти на трэш. А чё упало там? Ладно, упал. Чё упало? Сурмусор. Ботинки не упали? Ты видишь перчатка? Уже отдал. Надо еще кому? Да, да. Отдам, отдам. На кого частицы вешают, а? Я забыл. Вот, если я холипал. На себя вешать или на Вальку? Себя. На я себя хилить или начинаю хилить кого-то другого? Без разницы. Если два хулипала, я вешу получать частицу на Валькиру, говорю, эту дуру, короче, да? Правильно? Эй, хаба, веди сюда вместо трэш, что там полностью. Апака сразу. Убейте, притяните паука.
Прикидывайтесь. Смотрите, ультрашам умер, чекайте. Там паушу. Тыкайтесь обратно в хилов только. Только это. Не в хилов? Шуменько остался в холипале. Мы шуменько ты в холипале на этом боссе. Лок не встает. Дайте фулбаф. Скажи, что белорусское пиво невкусное. Белорусское пиво невкусное. Сказал. Угу. Да, а что-то серьезно не встает. Да, не встает. Врачу ему надо. Драники трясие невкусные. Сейчас муки встанут. Ну, вот. Еще в стену так прилег. В стену уперся, лежит там. А, молится, по-моему. Смотри, как много. А я могу выпить больше, чем Триси. Дай лучше каску. Косарь голды. Я заплачу. Есть демон? Ага. В этого момента ждал. Да, он встал, смотрите, бедолага бежит. Да, он ждал, когда графит спекнется. Ожидал, да. Хити, хити райд. Это я потом запустил. Ну пол, дайте нам. Край. Кто прошмот? Нормально? Посмотри, если кот не улетает, то нормально. На райд поверни. Отец? Да. Сейчас перетянем. Беги, малышка, беги! Бежал. Что за хуйня? А, ты средство бежал. Дайте ему баку сразу. Не переходишь. А, я понял, что за хуйня, калька близко поставила, я не убежал. Неужели трудно в центр круга поставить? Отбивайте. Может, да, 200 тысяч. Не смотрите, где падает, это я в глыбе. Разбиваю. Разбивайте, разбивайте глыбы. Ну давайте по звездочке заиграли, пчел, блин, ни одной доты. Фокус хера гимн на КП, давай. Вы реально тупые, я просто не понимаю. Как можно не убить глыбу? Интрига резкий на Орион. Сейчас кто-то задохнется в глыбе и всем дедешерам не пофиг, накинут 2000 гп. Кулак роль. Беги, малышка, беги!
побежал. Отвечаю, любой человек умирает в глыбе, 2000 гп всем ддшерам. Гимн хп с пристов никто не поет. Кулак Роги. Шуленький, кулак Роги, дай, пожалуйста. Заебись я в глыбе. Ебать. Как повезло. Смотрим, где падают метки до 200 тысяч. Метки до 200 тысяч. Рыбить левы. Разбивайте метки все. Идеально, молодцы вообще. Вы уже в прошлый раз поставили криво. Не, на нас еще можешь. Понятно. Первую сторону давайте делаем. В сторону. Ультрашам в сторону, РДД его все разбивали. Я мимики босса бьет. Следующую под босса. Я под босса, ушли мимики. Скидывайте стаки, не разбивайте глыбу. Глыбу не бить, смотрим холл. Бежали. Сбивайте, Андрига, иди под босса. Босса, босса заберите. Ну чего били на них хилики? Бэра, я так понял, уже нет, да? Глыбу в боссе разбейте. Разбейте глыбу, глыбу под босса, будешь крутить. С руля иди под босса, Диана, будешь крутить, скидывать в глыбу. Я боюсь. Босса, оставай с руля. Давай, крути, крути и скидывай с себя стаки. После дыхания. Давай, иди крути и скидывай стаки. Трошаму в сторону трошаму иди. РДД его сразу разбиваем. Сразу разбиваем. Милики, давайте поможем. Следующую под босса. Хазарак под босса. Милики ушли, ушли милики. Сейчас будет обжигающий, Диана, скидываешь стаки, а бери на рестлеры нормально. Смотрим, плетями сейчас отбежали все, метку не разбивать. Босс отбивляться. И ушли. Фибрилляция, что это за хрень? Смотрим, метка под босса, зампа под босса, милики ушли. Разуметь, рейд и косяка конкретно, три девушки, а потом мне что-то говорят. Кьюзар под босса. Разбивайте, в следующую сторону добивайте синдру. Капец, так страшно было. От дыхания, если разворачиваешь, он больше не дыхнет. Она еще тебя бить не будет. Вообще. Она по уфу должна обходить глыбу, да? Да.
ключи сломали, нам тут раньше кодирование стоило. Нет, раньше у глыбы текстуры не было. Ну типа она была прозрачная такая. Ну, просто сквозь нее проходишь, поэтому она проходила. Я отойду, Билл. Не понял, Фандрагоса должна обходить глыбу, а не проходить. Нет, да, у нас, не, раньше, ну, раньше не было текстуры у глыбы, ну типа, она была как, такая, как будто ее нет. Работа работает, она обходит глыбу, ну ты походу не ну, понял. Ну должна, ну в идеале, но у нас такого нет. Обходила она у нас в каком году-то? Ой, я этого не застал, короче, пацаны, так что ладно. Мы ее обратно зафиксили, что-то. Ходила нормально все. Не в ретрика? Да. Ты на мяча? Чешку задонил фламбу? Да, он донатил. Нахуя? Ебать я вахуй сейчас. Клач задонил СВК. А сколько чешка стоит? Вот делать нехуй, блядь. Все убивается, блядь, он донит. Он сейчас расскажет историю, как у него было много ПР, но это все фигня. Ты алебарду лучше себе задумай. Сейчас упадет, блядь, два кейса на джей. Он отвечает, он говорит, он мне говорил историю, как он с много ЕП ее забрал, а теперь он говорит что-то про пугу. Ну, короче, как-то никак. Кто кресты дает? Фламба задамайтил чешку, ему этот нам. А ему. Что же за донат? Так, в комп вы побегали. Офигеть, РДД, в комп вы побегали. Давайте в Кьюзаре будете бегать. Не, не надо. Я отбегаю, мало от лужи, и там кто-то да попадет. ДЦ будете бегать. Что у нас рейд постоянно на полплатформы растягивает. Все готовы. Чё ты заржал, Войт? Я ж не такой тупой, как ты. Ой, я ж чуть фрешмат не сменила. Это ужас. Саня, ты когда на трэше отходил, ты нас слышал? Нет, я ж в туалет ходил, блядь. Вот мувик посмотришь. Не больше делать нехуй, пиздец. Сказал ты. Более быструю, чем ты заслужил. Мувик, пиздец. Особенно твой. Ты по станам говорил? Ты пройдешь через эти мувики. Не. Сейчас скажу. Он что, не скиллован? Вы не понимаете? Я не скиллован. Я тупой, блядь. Кружочек. Войт, резиндост. Кромбик, машульника, треугольник. Резиденты на третьих валях гневы. На третьих валях опять же. Кружочек войт, резиндост. Кромбики, машульника, трусы. Белин страхует. У меня БР нету. Ну и чё? Сейчас минимум один. Смотрим. Ловушка. Милики перебежали. В квадрате стоим, милики. Она очень близко к КТ подводишь луча, это неправильно. Войт. Трогатит чума, диспел. Блин, почему чуть-чуть идет? Он не должен отходить, ДК должен водить луча правильно. Я уже лишь подошла к нему. Ловушка. Пушка, ну, БДК. Перебежали.
Или Миви, РДД, а, РДД, нормально, стрим в квадрат. Пятенка, чума, диспел, смотрим ловушку. Ловушка Мивики, перебежали, стали в квадрат. Ловушка сейчас будет, не чума. Ловушка РДД, Мивики, стоим. Вторая чума, выходи, диспел, смотрим ловушку. Ловушка РДД, протопал, иди на край, я протопал на край, БДК ближе, сейчас ближе к РДД зоне уже подводили чат. Что? Смотрим ловушка, сейчас будет ловушка Мирики, перебежали все за квадрата Мирики. Гильдаль, чума, иди, диспель. Кто там чума? Диспельки в районе чуму. Коряда бейте, там 52 тысячи. Духа бейте. Где чума? Бейте духов. Коты, да, гимнаман? Гимнаману с руля и какой-то шаман тут там поставьте, давай это козырак сделай. Сферу, алё. Рыбей, подпитаешь. Духа, духа на пульте, духа, духа на пульте. Милики. Классно, напуливаешь духа хаба, просто зашибись. Хаба, у тебя есть напул? Или ты 6.5 одел, а напул не одел? А он, слышишь, он на тебя напулил почему-то. Вот... А я знаю. Я знаю, что он на меня напулил. Поэтому я это его вопрос задал. Это делает человек без мозгов, напуливает на рогу. Падайте, что вы там делаете? Заходите в лужу. Пришел. Смотри, убить пытаются. Валя почти разбили. Одну разбили. Раба, ты можешь мне ответить, почему ты напуливаешь напулом на рогу? Это типа тактика двойного напула. Он на тебя, а ты на танка. Нормально. А ничего то, что они должны делить на пол по очереди. Один нечетный, другой нечетных на поле. Потому что они не успевают откандашиться. Это уже более высокий уровень игры, блядь. Level play. Я так подозреваю, что у него макрос на цель цели написан. Ему нужно написать макрос конкретно на цель, вписывать туда ник танка. Да проще на фокус делать. Фокус, хуюкус, это слишком сложно, блядь. Как ты арене собираешься без фокуса? Без фокуса? Да, нормально. Взял АТ фокус и все. И рейс, рейдовый фрейм. Вообще, блядь, АТ фокус. Благодарим хабу за ваше, типа, там... Плюс 1000 ЕП. Не, сейчас час 43 мы идем с ребра. А мне все равно, мы кидаем на ЕП даже, блять, за 2 часа. Мне не нравится тупняки 6.5 в рейде. Сейчас я не накину. Накину дополнительную штуку, даже если вы поделитесь в время. Ну все, ладно, тогда можно падать, пацаны. Все, можно не стараться. Все, пиздец. Расслабили булки. С обрыва прыгаем, не цепляем. Бейте как хотите. Вон, об колонну головой.
Ну, Олег в РК, Ваня в РК. Может, они зайдут? А кого тут на хабу, что ли? Ну, фибрилляция пишет, что мне все интернет. Одного босса выдержать не умрет, у меня там мода. Дайте баф. Шулинг. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою... Хаба, твои нечетные. Первый, третий. Смерть, Артас. Более быстро, есть мои вторые и четвертые. Ну нет коня в рейде. Да будет так! Герои в атаку! Там кого-то в рейде нет? Первый плюс получит коня. Конь, смотрим, лужа сейчас. Милики. Рад. Все нормально? Смотрим, кнопка чума. РДД милики стоим. В квадрате милик. А, давайте я так подвинусь. Смотрим, ловушка. Перебежали, милики. И квадрата череп у вас ориентир, я сейчас поменяю. ВВ чума. Спел. ПДД ловушка, милики, стоит. Ловушка. Ловушка РДД. Диана в мире, тоже проводи, протопал проходи. Пой дальше, крафит чума. Ловушку смотрим. Теперь убежали. Квадрат, квадрат, квадрат. Ищем квадрат. Квадрата нет. Есть. 73. Смотрим. 73, стопники, полечу, сейчас ловушка. Так и все на край. РДД и все на край. Побежали на край. Протопал, уходи, уходи. Милики тоже за квадратом на край. Добивать. Хазрак, чума, вынеси сам себя здесь парень. Давайте все на край. Шаркающий сейчас сдохнет. Давай, напуливай духа. Графит. Вы протопал, нафиг ты духа забрал. Он нам не был. Сферы, ШП, Рок, ой, Рок, Хант. Но Хант может не бить. Побей. Останом не забыли, мы шуленько трусы, Войд, кружочек и резинка с ромбикой. Гимна мама, спой с руля. С руля гимна мама, спой. Напуливай дука сейчас, хаба. Сферу бейте, шипа. У тебя нет напу? Сферу. Добивай.
добивайте духа в краю, а РДД добивайте. Давайте встали в квадрат, центр меча. Ставь лужу под меча, уже трапу ставь. И погнали стан. Две вальки, бьем валик. Смотрим осквернение. Вот осквернение, добили трусы. Меча в центр, поставьте геру. Давай сразу геру. Геру сдавай. Петрича. Геру, шаманы. Шаманы, вас трое! Шаманы, геру дайте! Сука, блядь, должен говорить 8 раз, когда 3 шамана в рейде? Туман нам залили сначала для геры. Ты залей ману Хазараку, а Эндида залей ману этот лужа вперед трона. Бейте, валь, бейте, валь. Ага, трусы улетают. Значит, заиграем сейчас в трусы. И в трусы заиграем. Штан дать сейчас, трусы. Кто улетел? Летел. Эти леча. Гильдаль улетел, трусы. Нормально. Страшно. Эти леча. Вернение на краю и потом леча в центр. С руля, леча, бля, хуёво. Квадрат стали, все в квадрат стали. Квадрат ищет, стали в квадрат. Все, диамант, куда ты ведешь? Сейчас. Давайте трапы, бейте валь. Валь, бейте, станы повалим, бейте валь. Бля, почему вали летят, бля, в другую сторону? Что за хуйня? Трусам, играйте по трусам. Ромбик бей, графит осквернение. Выбегай со осквернения. Центр же. Центр, в центр. В квадрат стали, давай где оно, все, стали в квадрат. Смотрим, сейчас вали будут, валь бьем, этих валь бьем. Лича завалили, смотрим осквернение. Осквернение будет, вали хватают и будет осквернение. Так, смотрим, надо усмотреть осквернение, бьем всех валь. Осквернение, фокус, бейте валь. Трусы заиграйте. Только сам виноват, что ты стоишь где-то в жопе и летишь непонятно куда. Сами стоял в куче. Бейте леча. Печенье стоишь? Да, все. Ну куда ты ведешь ее, Вадяна? Да нет, не 40% я. Это. Край. На край. Давай с руля пойдем на ману. Ставьте тотем шаману. Первый дух хаба. Ренжу. Пейте ренжу. И да залей ману Хазараку, а флампа залей ману ультрашами. Ой, агро. Второй дух. Тут уже залил Хазараку. Кто здесь читает гимн, то что у Полина тоже ману мало? Клоту, читай гимн на ману. Ух, хаба твой. Ухо бей. Бля, вы чё нах? Вообще уже? Забирай. Соберись меня. Войт, поводи комнату, хаба, это 500 гп. Сука, харишь меня. Бесишь, хант 6.5. Больше не плюсуй мне в рейд, никогда. Тихо. Звездочку идем. Потом туман забери. Звездочки ходим. Бейте духов. Я зависла. Кого сколько КД на БР? Духов бейте. Я это зависаю. Графит СС на акрилику на HP-шпачках.
Эндрианка, у тебя есть БР, да или нет? Да. Ларисыш Эндриага, Эндриага, Нерион. Не, пресните этого Лока лучше, зачем вам врага? Вам апнет СПД. На краю лича. Тальку захил. Тоже БР есть, чем могу подрезать. Что, по старинке, РДД духа, мы лича? А мы лики. Лича, а РДД духа. Все правильно. А ШП хлопают духом наверху. А кого там был БР, поднимите Андриаку, чтобы она подняла Лока, вон демон. ШП, идите хлопните. Кто-то с руля. Я вижу, что бег БР. Да они походу вниз упали. Да не висим, но по форме. Они висят, форма. Ничего вы гоните. Духа, собирайтесь. Я их не вижу. Я зависаю, пацаны. Капец. Да все так будем. Ну, духа надо добить все-таки. Да? Может, нахуй надо? Ну, в принципе. Звезде стоим. Спереди бомбу ждем. Побежали. Что за фигня? Бейте духов активнее, сука, чтобы они так не летели в рейд. Кто у вас? Локи. Совы сдохли, да, все. Да, маги, бейте, хан, бей. Духов дохуя летит. У кого тело на платформе? Потому что у нас анимация, то что все да, тела, за комнаты, которые были сбоку, не видно. Не из-за того, что мы в комнату заходили, их не видно поэтому. Духов получше бейте в комнате. Лича на край. Ветру, ветру. Завис. Только с трубы поднять, больше никого не вижу. Смотрите. Поднимай. Осторожно. Лужу приготовили. Клиент требует. Бегайте по луже, видите, тут человек с табличкой. Кто не падает? Осторожно, меня не взорвите. Три духа осталось там. Звездочку. На край. У кого из престов есть гимн на этот на ману? У меня есть улица. А, выйдешь из комнаты, подойдешь в центр, чтобы всех достал и дашь. Хорошо. Бейте духов поактивнее, чтобы они не долетали до рейда. Потому что он, один дух может, блять, вайпнуть весь рейд сейчас. Осторожно, вперед не ломимся. 2%. Лича на край. На край портала там. Куда? Быстрее, быстрее тяни его, духа призывать будет как. Духи сверху, осторожно. Три. Два духа летит, милики, осторожно. Хуище духов, сука, почему они... Звезду собираемся, звезду быстрее. Ломите звезду быстрее, на край. В уголок вжались, в уголок. Спереди хлопнуло, побежали. Стоим. Президентов мало бегать, звездочки.
кстати, бежим вперед просто. По стеночке. Каким-нибудь макаром кто-нибудь мало залез в полену. Стали-то там. Еще раз дадим через 10 секунд. Быстрее убьем. Да, как откатиться, добейте. Сдуки сверху. Милики, не, блядь, не сдохните, сука, отойдите. Эй, откуда столько духов? Сдайте, раз, алё. Давай, Рос, быстрее. Всё, добивайте. Веди его. Веду, веду. Чё, чё, встаю? Всё, добиваем процент. Дали процент. Вот смотрите, я когда веду, получается, он вызвал духов, я веду к старым духам, получается. Мне их надо агрить, чтобы они на меня сагрились или надо чё? Надо ничего агрить, у меня какая-то была. Просто я прыгаю, а они не взрываются. Они высоко, наверное. У тебя рост там метров. А чё за фигня-то? 15 метров над тобой висят. Вот тогда я вообще не понимаю, как вести надо. Раньше водила неправильно, сейчас веду неправильно. Не повезло тебе. Просто води. Ты мне скажи, как ты водишь тогда. Ну какая разница, вот берешь портал, да, и ставишь сюда на край меча, на край, прям на... У вас не так сейчас проблема, у вас проблема в том, что в БДК 6.4 и дух, говорю, хант 6.5 не могут удержать духа. Это вот не на мне тот дух был, Билейн его забрал. И я его переобрела сразу. Так как бы тебе на будущее, как бы ДКшнику, Билейн, он не наберет столько огрошек. О, смотри, я просто, допустим, агрю, он у меня забирает, но он не забирал. Я, получается, всех агрю, а тут он взял, я думала, ну все. Короче, смотри, 4 духа на второй переход, появляется первый. Значит, ты его ловишь ЛПшками и бьешь. Появляется следующий дух, этого еще добивают. Билейн его ловит, и ты его забираешь, как твой дух, там 5-10% у него остается. Ты забираешь и ЛПшки даешь его. Потому что весь рейд начнет у него играть, во второго. И ты уже ЛПшки даешь. То есть, каждый новый дух, Билейн его только ловит, он не набирает агро. Он не наберет столько агро, сколько ты. Ты одну ЛПшку дашь, а ему надо 10 секунд танковать, чтобы столько агро набрать. То есть это большая разница. Угу. Ладно. Мы синенький, То есть там за ДКшку, если два духа остается, нужно ЛПшки в них хуярить. И усиление рунического оружия можно прожимать, чтобы восстановил весь веру льда и кровоотвод там отдать. И в духов хуярить в одного, во второго ЛПшки. Тогда не будет такой ходить. Свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! Передамажил, кстати, резидентеса. Я был 3 раза в этой вальке, че ты? Он третий, ты девятый. Я не смотрю сначала, где я. Я бы надамажил больше, просто валиках сидел долго. Тереноса. Как, почему? Почему два Тереноса падали? Два тролля упало, два Тереноса. Что за говна? Ебать. Вот. Смотри, как Кристы обрадовались. Ебаться, блядь. Блядь, нужен кому-нибудь из престов? Ты по-любому. Пальчик Теренос. А что у вас это?
Ну, вот смотрите, он кроме фламба никому не нужен. Вот. Можно я его заберу? Второй. Забирайте. Новый себе. Ну, блин, я же типа ИП на пресса беру, а так его чё пылить? Нет, тогда не берешь. А, чё его пылить просто так на ветер? Блин, я его есть, КПС. Да. Реально никому не нужен, если. Если не нужен. А так? Если не нужен, пускай заберу. Просто не пылить же. Еще раз говорю, забирай сюда и получай ГП сюда. И ИП сюда. Ну пускай получай ИП, блин. Это я получу, просто ИП я хотел туда получить. Значит сюда получишь. У кого нету ка? Ну тогда не надо, у меня нет. А че, у тебя комплекс какой-то? Если ГП получается. Нет, я, мне просто ИП туда нужно. Ей можно ГП сюда и 1000 накинуть, и 2, и 3, и 5. Сюда не нужно, да, ИП? Зачем мне сюда ИП на фоллоу? Как, чё, как ты смотришь? Мне не надо конь? То есть у всех есть конь? Кто-то сказал, что нету. ВРК вроде. У меня нету. Ты я сказал? Потому что коняшки нет. Ладно, просто нет, у кого нет коня, а то я тут в РК нифига не